фаворитов. О, у нас такие орешки вкусные, алтайские. Давайте я вас угощу, молодой человек. Давайте, давайте, а мы обязательно попробуем. Давайте ручку. Правда, с Алтая орех из-под Бийска. Обалденно вкусный, ну и свежайший. Так, и чего у вас теперь где будет показывать? Владимир Белин на Ютубе. Говорите, что с ним здесь? Да? Владимир Белин на Ютубе? Вы, да? Скажу. Слушай, ты молодец. Он меня смущает. А вы красивая? Спасибо, все равно. Орешки, класс. Да. Итак, дорогие друзья, приходите. Как вас зовут? Валерия. Валерий, к Валерии. На Малую Конюшину. Видите куда? Видите Казанский? А это вот здесь. Отличные орешки. От таких орешек вы с ума сойдете, дорогие друзья. Это же настоящий алтайский. Да, из-под Бийска настоящий алтайский орех. Итак, Валерия, спасибо. Пожалуйста, приходите. Я обязательно посмотрю вас на YouTube. Как еще раз?